Ребята, ну как и обещал, что за интрига сегодня? Ну сейчас расскажу. А интрига заключается в том, что я купил вот этот мотоцикл Suzuki Boulevard. Кубатура 1,5 литра, 88 лошадей. Обзоры будут летом, когда буду ездить. Хозяин мотоцикла, который мне продал. Ну что, Дима, как тебе мотоцикл? Вообще, конь, я не знаю, как ты будешь на нем ездить. Мне кажется, очень большой. Но... Как говорит моя жена и многие люди, говорят, как ты как из мультфильма Шарик из Простоквашино купил себе кеды зимой. Вот и я. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я самоходнику, купи себе валенки. А он что? Что он? Пошел и кеду купил. Они говорят, красивее. Это он не подумавши и сделал. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят. Балбес он, балбес. Купил мотоцикл зимой. Но кто знающие люди поймут меня, что нужно мотоцикл именно такой брать зимой, перед сезоном. Потом вы не возьмете. Вот покажу, как мы его грузим, едем в ГАИ и на стоянку до лета. Потихоньку, потихоньку. Вот это трактор, так трактор. Ну что, загрузили его на эвакуатор. Сейчас едем в ГАИ на осмотр и потом в гараж. Вова приобрел себе аппарат. Едет довольный. Вон он стоит. Сейчас едем в ГАИ на осмотр. Все ровно. Вроде все. Эмоции полные штаны. Ну как, Владимир, вы довольны покупкой? Очень-очень. Новый этап моей жизни. Спортивный дед теперь на мотоцикле. Байкер. Байкер, спортивный дед. Все, надеюсь, что все будет без происшествий, что доедем. А то уже небольшое происшествие у нас произошло. Предыдущий хозяин на нем завалился. Вот, значит, приехали на место зимовки мотоцикла. Сейчас будем его разгружать. Конечно, зима не время для мотоцикла езды. Поэтому пришлось его на эвакуаторе увезти. Вот. Теперь он будет здесь стоять до, я думаю, что до мая. Ну, короче, дело до весны, пока снег не сойдет. Вот. Сейчас будем его разгружать. Мотоцикл такой. Хороший. Приобрел Володя. Дай бог, чтобы ездил хорошо. Потому что проверить его сейчас в зимних условиях очень сложно. Точнее невозможно, просто вырвет из-под земли. Вот, поэтому как бы купили на честном слове, что все нормально. Ну, завели, проверили, посмотрели, вроде работает. Сейчас будем его снимать с эвакуатора. Конечно, затея, я так скажу, Вова,
так себе. Но главное, чтобы ты тебя радовал. Все, поехал потихонечку. А, он прямо делает. Вот и все. Цветов не надо, как говорится. Мотоцикл теперь в теплом гараже. Буду приходить и его что-то ковырять. А мотоцикл я поставил на стоянку. Теперь буду приезжать, его гладить и ждать лета. Короче, буду греть снег. И ждать дико-дико лето. Вот так вот. Всем мото-товарищам, братьям, привет! У вас появился новый мото-брат. Так что вы были на канале Спортивный Дед. Всем счастливо, счастья, здоровья. Всем пока!